Почти 5 миллиардов долларов потеряет Боинг из-за проблем с самолетами 737 МАКС. Большая часть суммы пойдет на выплату компенсации заказчикам за срыв графика поставок этих авиалайнеров, сообщает руководство американской компании. Полеты Boeing 737 MAX были приостановлены после двух авиакатастроф в марте в Эфиопии и в октябре в Индонезии. Жертвами крушений стали почти 350 человек. В пятницу в Шереметьево при взлете Boeing 737 рейса Москва и Ереван на его борту произошло задымление. 8 пассажиров пострадали при эвакуации по надувному трапу. 2 госпитализированы.